世界那么大，问题那么多，国际社会期待听到中国声音，看到中国方案。我真诚希望国际社会携起手来，秉持人类命运共同体的理念，把我们这个星球建设得更加和平，更加繁荣。один пояс, один путь, проходя сквозь время, соединяет историю и современность. And now it's coming back. Отношения между странами основаны на дружбе их народов, а дружба народов на взаимосвязи сердец. Мир объединился, и жизнь людей стала активнее. У каждого народа есть своя мечта, и люди рука об руку идут к осуществлению мечты. Это рисовое зернышко преодолело тысячелетний шелковый путь. Во времена династии Северный Сун из Юго-Восточной Азии в Китай был завезен засухоустойчивый высокоурожайный рис Чампа, после чего значительно увеличилось производство зерновых в районах Дзянсу, Аньхой, Джидян и Дзянси. Сегодня, тысячелетия спустя, из Китая обратно в Лаос, расположенный в Юго-Восточной Азии, вернулся китайский технологический стандарт, который создает благо для народов двух стран. В 2014 году Сюйгоу вместе с хунаньской делегацией «Один пояс, один путь» прибыл в Лаос в поисках проектов. Он немедленно принял решение об инвестициях в этой местности. Так на него повлияли глубокие воспоминания об аромате риса. Сюйгоу хотел импортировать лаосский рис в Китай, но понял, что это не так легко. Лаосский рис не соответствует международным стандартам экспорта. Выдвижение инициативы «Один пояс, один путь» дало Сюйгоу надежду. Твердо решив инвестировать в строительство завода, за 3 года он создал производственно-экспортную цепочку риса из Лаоса, и в 2016 году Лаос положил конец истории нулевого экспорта риса и вышел на китайский рынок. Как и то рисовое зернышко, приносящее счастье и сытость народам Китая и Лаоса, инициатива «Один пояс, один путь» посеяла для будущего Китая и мира семена надежды. Как ухватиться за этот шанс и вывести Китай на новый уровень открытости внешнему миру? Как достичь взаимной выгоды в сотрудничестве и вывести мировую экономику из трудного положения? Инициатива «Один пояс, один путь» — это как раз и есть громкий ответ Си Цзиньпина, который, стоя на аванпосте эпохи, обращает серьезное внимание на совместное развитие разных стран. Thank you.
Оглянувшись в прошлое, можно увидеть, что великий шелковый путь, протянувшийся на тысячи километров, оставил потомкам огромное бесценное наследие и глубокое наставление. Золотой осенью 2013 года в Казахстане, через территорию которого проходил древний шелковый путь, Си Цзиньпин во время выступления искренне выдвинул инициативу о совместном строительстве экономического пояса шелкового пути. 2100年前，中国汉代的张骞肩负和平友好使命，两次出访中亚，开启了中国同中亚各国友好交往的大门。 Древний шелковый путь стал свидетелем великолепия непрерывных визитов посланцев и торговцев, а также начала периода расцвета династий Хань и Тан. Более того, способствовал быстрому развитию и процветанию регионов. Во времена династии Южной Сун процветающий морской шелковый путь стал очевидцем оживленного морского судоходства. Бесчисленное количество судов проплывает на морских просторах. Жить и развиваться благодаря морю. И возглавляя провинции Фудянь и Джидян, Шанхай, а также другие прибрежные районы и на посту председателя КНР, отвечающий за общее планирование в государстве, Си Цзиньпин никогда не переставал думать о развитии морского хозяйства. В октябре 2013 года на индонезийском архипелаге Си Цзиньпин предложил всему миру грандиозную инициативу по совместному строительству морского шелкового пути 21 века. 东南亚地区自古以来就是海上丝绸之路的重要枢纽。中国愿同东盟国家加强海上合作，发展好海洋合作伙伴关系，共同建设21世纪海上丝绸之路。 Инициатива «Один пояс, один путь» появилась на свет. Она наполнена новыми возможностями и олицетворяет собой инновации, становясь местом между китайской мечтой и мечтой всего мира. Как она может изменить Китай? Какие приятные сюрпризы может преподнести миру? Возрождение шелкового пути способствует процветанию Китая, а также всего мира. Выдвижение инициативы «Один пояс, один путь» возродило исторические факторы процветания великого шелкового пути и дало новый толчок для развития мировой экономики. As an Italian, this is memory of history, you know. The Silk Road was from Venice to China, and now it's coming back. От высокоуровневого проектирования до планирования перспектив и реализации Си Цзиньпин во многих важных мероприятиях в Китае и за рубежом лично способствует продвижению инициативы «Один пояс, один путь». Для продвижения строительства «Одного пояса, одного пути» было решено создать центральную руководящую рабочую группу. 4 ноября 2014 года под руководством Си Цзиньпина было созвано центральное заседание руководящей группы по делам экономики и финансов, специальными темами которого стали планирование «Одного пояса, одного пути», инициатива об учреждении Азиатского банка инфраструктурных инвестиций и фонда «Шелкового пути». 28 марта 2015 года Госкомитет по делам развития реформ, МИД и Минкоммерции совместно опубликовали видение и действия, направленные на продвижение совместного строительства экономического пояса «Шелкового пути» и морского «Шелкового пути» 21 века. Рабочий кабинет руководящей рабочей группы по продвижению строительства «Одного пояса, одного пути» находится в Госкомитете по делам развития реформ, что стало свидетелем великой практики строительства «Одного пояса, одного пути». 习近平总书记提出的共建“一带一路”的伟大倡议啊，我认为是我国相当长时间内对外开放、对外合作的一个顶层设计。中央决定要成立推进“一带一路”建设工作领导小组，我理解就是为了进一步加强统一领导，统筹谋划和协调推进的“一带一路”建设。
并且在及时解决在这个过程当中出现的各种矛盾问题。第一个问题，讲讲推进一带一路建设对我国发展的历史意义。总书记是站在历史的高度和全球的视野来推动一带一路的建设。在817座谈会里面，他讲到了我们要以钉钉子的精神扎实地把一带一路建设推向前进。这个一带一路啊，历史上它是中国打开封闭之门向外开放，和睦邻邦，并且造成了东西方文明的这种交融，它的一个历史上的现象。所以理念的东西呢，就要贯彻，贯彻就要部署，就要落实，而且落实是一分部署九分落实。一带一路倡议之所以能够众望所归，首先是契合了各国求发展谋合作的共同愿望，第二呢是中国倡导的共商共建共享的原则被广泛的认同和接受，第三是我们的做法是与各国对接发展战略平等互利合作。Чтобы еще больше государств присоединилось к инициативе строительства одного пояса, одного пути, Си Цзиньпин лично во время двустороннего и многостороннего дипломатического общения укреплял доверие и рассеивал сомнения, тем самым завоевав доверие и поддержку руководителей многих государств. Россия – важное государство в экономическом коридоре «Новый Евразийский континентальный мост» и в китайско-монгольско-российском экономическом коридоре. На новом шелковом пути как раз происходит сопряжение стратегий Китая и России. Си Цзиньпин на многих дипломатических площадках взаимодействовал с президентом России Владимиром Путиным, способствовал еще более глубокому участию России в строительстве одного пояса, одного пути. В сентябре 2014 года Си Цзиньпин на встрече с Владимиром Путиным и президентом Монголии предложил соединить китайскую идею построения экономического пояса шелкового пути с российской идеей создания трансевразийского коридора и монгольской идеей степного пути. В 2015 году главы Китая и России в России опубликовали совместное заявление о сотрудничестве по сопряжению строительства одного пояса, одного пути и Евразийского экономического союза. В настоящее время строительство одного пояса, одного пути объединяется не только с ЕАЭС, но и с программой комплексного развития транспортной инфраструктуры АСЕАН, Светлым путем Казахстана, Центральным коридором Турции, путем развития Монголии, двумя коридорами, одним кругом Вьетнама, Английским северным экономическим центром Англии, Янтарным путем Польши, видением 2030 Саудовской Аравии и планом Юнкера в Европе. И все высказались за развитие нашего сотрудничества с Китаем в рамках идеи председателя Си Цзиньпина по развитию экономического пояса шелкового пути. Подобно растущему ребенку, один пояс, один путь проходит через множество испытаний, но с каждым испытанием он становится сильнее и жизнеспособнее. В сентябре 2014 года Си Цзиньпин посетил Шри-Ланку и вместе с руководителем Шри-Ланки засвидетельствовал начало строительства сити-порта в Коломбо. Придя к власти в январе 2015 года, новое правительство Шри-Ланки пересмотрело все проекты, одобренные прежним правительством, приостановив и даже отменив некоторые из них. Это сказалось на проекте «Сити-порт в Коломбо». 我们这合同是老政府签的，跟原来政府签的。那么新政府上台以后呢，经历了一些波折。 Впоследствии Си Цзиньпин в различных обстоятельствах многократно встречался с руководителями Шри-Ланки. 2015 года прибывший в Китай с визитом президент Шри-Ланки Сирисен заявил, что проблемы, возникшие при строительстве сити-порта в Коломбо, временные. Китайская сторона не является виновницей. В августе 2016 китайское предприятие подписало со Шри-Ланкой новый договор сотрудничества по проекту сити-порт. 29 сентября возобновилось строительство. 那么在这个过程当中，双方总是互利互赢的，这是我们的精神。
Сегодня народ Шри-Ланки возлагает большие надежды на сити-порт в Коломбо, строительство которого финансируется китайским предприятием. Народ Шри-Ланки надеется, что этот порт уже станет пудуном в Индийском океане. Этого жителя Шри-Ланки зовут Санджива. Более 20 лет назад он закончил университет Цинхуа и теперь всеми силами вместе с китайским предприятием строит свое государство. Он надеется, что сити-порт в Коломбо в будущем уподобится Манхэттену в Нью-Йорке или Лудзяцую в Шанхае, то есть станет великолепно оборудованным портом. Народ здесь будет спокойно жить и работать.我提出一带一路倡议，就是要实现共赢共享发展。目前已经有100多个国家和国际组织积极响应支持，一大批早期收获项目落地开花。 Новый Евразийский континентальный мост, экономический коридор Китай-Монголия-Россия, экономический коридор Китай-Центральная Азия-Западная Азия, экономический коридор Китай-Пакистан, экономический коридор Китай-Индокитай-Полуостров, экономический коридор Бангладеш-Китай-Индия-Мьянма. 6 больших экономических коридоров сплетают торгово-экономическую и транспортную систему, соединяющую Азию, Африку и Европу, что заложило прочную основу для планирования регионального и трансрегионального развития. В 2015 году для своего первого заграничного визита Си Цзиньпин выбрал Пакистан. Это место слияния сухопутного и морского, одного пояса, одного пути. Аэропорты, конференц-залы, улицы были заполнены воодушевленными людьми. По обеим сторонам дорог было развешено бесчисленное множество плакатов и транспарантов, на которых четким почерком было написано о глубокой дружбе между Китаем и Пакистаном. За время получасового выступления Си Цзиньпина в парламенте Пакистана аплодисменты прозвучали более 50 раз. Великая концепция «Один пояс, один путь» получила горячее одобрение и широкий резонанс среди лидеров всех партий Пакистана. Мы要发挥 走廊建设对两国务实合作的引领作用，以走廊建设为中心，以瓜达尔港、能源、基础设施建设、产业合作为重点，形成一加四，合作布局。 На великом морском пути 21 века сверкающими жемчужинами в морских просторах рассыпаны порты, построенные, профинансированные и управляемые китайскими компаниями. В феврале 2014 года порт Гвадар стал флагманским проектом сотрудничества Китая и Пакистана в рамках «Одного пояса, одного пути». Последние 3 года китайские предприятия, преодолев затруднения, восстановили и усовершенствовали производственные мощности порта Гвадар, активно содействуют строительству вспомогающих объектов. На языке урду Гвадар означает «ворота ветра», но «один пояс, один путь» превратил это место в ворота богатства. Зона свободной торговли порта Гвадар создаст 1000 рабочих мест, а заводы по обработке морепродуктов напрямую коснутся местных рыбаков. И это действительно принесет пользу жителям Гвадара. Many times some people have not good vision, but sometimes we have teach the people what especially is coming on next future. The Chinese is only the hope for this region. 他说，中国人来瓜达尔是当地人唯一的希望。听到这句话呢，我觉得吃点苦也值得。
Ни горам, ни морям не разделить людей с общими стремлениями. Начиная от прокладывания пути Джан Цяня и до семи путешествий Джен Хэ, наши предки, странствуя в тяжелейших условиях, записали бесчисленное множество историй о взаимоотношениях.应该是政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通五大领域齐头并进。政策沟通是重要保障，设施联通是优先领域，贸易畅通是重点内容，资金融通是重要支撑，民心相通是社会根基。Ферганская долина находится на востоке Узбекистана на Великом Шелковом пути. Долгие годы транспортное сообщение Ферганской долины, перегороженное горами и реками, находилось в зависимости от других стран. Дорога из Ферганской долины пролегает через 100 километров таджикистанской земли, и это создает серьезные неудобства. Строители из китайской железнодорожной туннельной группы, благодаря передовой лидирующей в мире технологии и профессиональному мужеству и смелости, меньше чем за 3 года проложили первый железнодорожный тоннель в Центральной Азии, Ангринфаб, протяженностью 19,2 километра. В июне 2016 года, на 100 дней раньше установленного планом срока, тоннель был официально запущен в эксплуатацию, что стало новым рекордом тоннельных работ китайских предприятий за рубежом, в результате чего у Узбекистана отпала необходимость объезжать территорию другого государства для внутренних перевозок.我们看到幕府啊，非常激动，大家都站起来，一会站起来鼓掌，一会站起来鼓掌，他们一站起来鼓掌，我们也跟着站起来鼓掌，所以这个我们感觉习主席啊，不光是想到中国的老百姓，我觉得他还想到了全世界的老百姓，这就是他的胸怀。 Для Китая Лаос, расположенный на Индокитайском полуострове, это хороший сосед, близкий друг, товарищ и партнер. На протяжении долгих лет на территории Лаоса существовал только один участок железной дороги протяженностью 3,5 километра. Многие местные жители никогда не ездили на поезде. Построить железную дорогу, которая выведет Лаос из сложившейся транспортной ситуации и поднимет его экономику, мечта многих поколений жителей Лаоса. 每年会晤的主题之一就是中澳铁路。ฉะนั้นข้อข้อริเริ่มหนึ่งเลี้ยวทางหนึ่งเส้นทางนี้เป็นการเชื่อมต่อการคมนาคมขนส่งทางบกและเชื่อมต่อการคมนาคมขนส่งทางทะเลฉะนั้นมีความสำคัญหลายกับบรรดาประเทศในภาคพื้นนี้และกับประเทศ Строительство китайско-лаосской железной дороги уже началось. Она соединяет порт на юге Китая со столицей Лаоса Вьентьяном. Общая протяженность железной дороги составляет 414 километров. Дорога, проходящая через множество провинций и городов, станет локомотивом, тянущим экономическое развитие Лаоса. Икан Пхандара, начальница уезда, расположенного вдоль китайско-лаосской железной дороги. Стоя у окна, она мечтает о будущем, словно она уже увидела перемены на этой земле. Китайский железнодорожник Сюйчжоу со строительства железной дороги в Африке приехал в Лаос. Своей молодостью и трудом вместе с сотнями китайских железнодорожников он несет в иностранные земли качество и скорость китайских дорог.
在不久的将来，将会有一条由中国人修建的崭新的铁路呈现在老挝人民面前。想想这个事情，就是很开心、很幸福的。29 марта 2014 года, находящийся в Германии с визитом Си Цзиньпин, стоя на железнодорожной станции в Дуйсбурге, стал свидетелем прибытия полностью загруженного состава китайско-европейского рейса из Чунцина, который, преодолев десятки тысяч километров, пересек Евразию и добрался до конечного пункта. Си Цзиньпин для Чунцина высоко оценивает и поддерживает, для Чунцина развития указал направление, предоставил мощный мотив, создал очень удобные условия. 20 июня 2016 года председатель Си Цзиньпин и президент Польши Дуда совместно присутствовали на церемонии первого прибытия китайско-европейского состава в Польшу после унификации бренда. Состав из Чэнду был нагружен товарами китайского производства. Президент Дуда лично стал торговым агентом, надеясь, что обратно китайско-европейский состав пойдет нагруженный свежими польскими яблоками. На протяжении 4 лет после выдвижения инициативы «Один пояс, один путь» железнодорожный рейс Китай-Европа получил бурное развитие. От одного маршрута Чунцин-Синьцзян-Европа он перерос в несколько десятков маршрутов. По состоянию на май 2017 года был открыт 51 маршрут, связывающий 28 китайских городов с 29 городами 11 европейских стран. В общей сложности было выполнено более 4000 рейсовых перевозок Китай-Европа. Эти маршруты представляют платформу для более высокого, глубокого и широкомасштабного межрегионального сотрудничества, способствуя развитию экономики. Си Цзиньпин сказал, что «Приветствую вас, добавляем Китай в развитие». Мы считаем, что Чунцин-Синьцзян-Европа – это Китай-Европа развития. 汇集世界的，既具有象征意义，又取得实实在在成果的这样一列快车。 Большинство виноделин Испании имеют более чем 100-летнюю историю. Здесь из тщательно отобранного винограда изготавливают всемирно известное вино. В ноябре 2014 года был открыт китайско-европейский маршрут, соединяющий китайский Иу и испанский Мадрид. Через синьцзянский КПП Алашанькоу состав покидает КНР, проходя по территории 6 стран, преодолевает 13 тысяч километров и через 21 день достигает пункта назначения. Перед лицом китайско-европейских рейсов свободны дороги, и мир становится маленьким.贸易便利化水平的提高，中欧班列的开通，有力地促进了“一带一路”的贸易畅通。现在，我国每年和沿线国家的贸易额都超过了10000亿美元。我们的很多优质产品出口到沿线国家，沿线国家的优质产品也源源不断地运往中国，使各国的老百姓啊都得到了实实在在的好处。 Инициатива «Один пояс, один путь» создает широкие перспективы и хорошую обстановку для трансформации и усовершенствования экономики Китая. Строительство одного пояса, одного пути разбивает барьеры, сокращает дистанцию, сближает души народов, создает условия для китайских предприятий, непрерывно развивающихся и выходящих на мировой рынок. Оно благоприятствует китайским студентам и путешественникам при совершении зарубежных поездок. Оно также привлекает предприятия и гостей со всего света, которые, в свою очередь, принесут разнообразные товары, технику и культуру.中国的经济要持续性的发展，离不开世界。中国人民要获得更好的这个更多的幸福感，也需要不断的深化改革开放。路径何在？一带一路提供了重要的路径。
Финансы – это кровеносные сосуды формирования одного пояса, одного пути. Чрезвычайно значимым событием стало основание Азиатского банка инфраструктурных инвестиций и фонда «Шелкового пути». 16 января 2016 года в Пекине прошла церемония открытия Азиатского банка инфраструктурных инвестиций. Си Цзиньпин открыл символ АБИ – превращение камня в золото. Превращение камня в золото берет свое начало в древних преданиях Китая. Оно воплощает в себе идею взаимовыгодного сотрудничества больших и маленьких государств и сплочения народов ради осуществления мечты. До и после появления Азиатского банка инфраструктурных инвестиций этот проект непрерывно подвергался сомнению со стороны американских, японских, западных СМИ. Несмотря на препятствия, Англия стала первой западной державой, вступившей в Азиатский банк инфраструктурных инвестиций. За ней последовали Германия, Франция, Италия и другие страны, что стало выражением признания концепции банка европейскими странами и доверием к многосторонней взаимовыгодной инициативе Китая. Число стран-учредителей Азиатского банка инфраструктурных инвестиций достигло 57。由于我们的成员国不仅仅是亚洲国家，还有比如说非洲国家、拉丁美洲、中东欧国家，所以只要这些国家的基础设施项目有利于推动亚洲的经济发展，我们同样可以对这些国家提供贷款。从这个意义上来说呢，这 不是一个亚洲地区的银行，这是一个全球性的银行。 Для строительства одного пояса, одного пути требуется не только экономическое сотрудничество, но также искреннее общение и взаимопонимание народов. Все результаты строительства одного пояса, одного пути в конечном счете создаются ради повышения уровня жизни народов стран мира, чтобы простые люди получали реальную пользу. 人类命运共同体的高度来认识和把握民间外交，积极推动社会组织走出去，打造民生项目，促进民生相通。 В Гвадаре известно о том, что Фонд мира и развития Китая вместе с местными пожилыми жителями, жертвующими землей и деньгами, оказывает финансовую помощь для учебы. 我们呢派了工作组去考察，看看在哪些方面能够配合经济中巴经济走廊的建设，做一些工作。哎，我们就到了这个瓜达尔港，特别是到了这个法雀尔那个地区，我们就发现那儿一所学校都没有。哎，我们就工作组就感觉到，是不是能建一所学校？ Услышав новость о помощи в строительстве учебного заведения, местный пожилой житель по имени Шаер Мухаммед пожертвовал более 700 квадратных метров собственной земли. Этот старик отнюдь не богат. Он разом отдал столько земли, чтобы у потомков был шанс получить образование и лучшее будущее. Строительство школы скоро начнется. Шаер вместе с местными крестьянами и детьми каждый день приходит сюда и наблюдает. Ожидание открытия школы стало частью их жизни. В настоящее время дети, которые учатся здесь, гордятся тем, что они ученики китайской школы. Исторически Великий Шелковый Путь свидетельствует о взаимном транспортном сообщении, торговом процветании и оставляет яркие страницы культурного общения и обмена. Шэньси – важная составляющая маршрута Древнего Шелкового Пути. 30 лет назад здесь свершилось открытие, ошеломившее весь мир. В подземном дворце храма Фамэнь археологи обнаружили множество памятников культуры, в том числе более 20 великолепных предметов посуды с экзотической глазурью. 这是唐代传入中国的东罗马和伊斯兰的琉璃器。我在欣赏这些域外文物时啊，一直在思考一个问题，就是对待不同的文明，不能只满足于欣赏它们产生的精美物件，更应该去领略其中包含的人文精神。
Пусть памятники сами расскажут, пусть история и культура объяснят сами. Цивилизация на одном поясе, одном пути, благодаря обменам становится красочной и обогащается благодаря взаимозаимствованию. 弘扬思路精神就是要促进文明互鉴。人类文明没有高低优劣之分，因为平等交流而变得丰富多彩。正所谓五色交辉，相得益彰，八音合奏，中和且平。 Светает. Древний город Ангкор только что очнулся ото сна. Мир ничего не знает о древнем городе, некогда крепко уснувшем в густых тропических лесах Камбоджи. Спустя несколько сотен лет старинный город Ангкор снова увидел солнце, но культура этого города была утрачена. Чтобы вернуть утраченные воспоминания Ангкора, китайская компания в сфере культуры Юньнань Вэньтоу поставила здесь сценическую оперу «Улыбка Ангкора», чтобы возродить историю и исполнить предание, что спрятано за таинственной улыбкой. 以文化的这种方式来提高他们的认知力，让他们感受到，通过文化以后，他们了解世界，也了解我们中国。 Yeah, because it's mine. I can show my culture, like I can show my knowledge. Многие местные актеры никогда не проходили профессиональной подготовки. Днем в Фигде работает официанткой в ресторане европейской кухни, а вечером на сцене преображается в небожительницу. С детства она мечтала танцевать, и благодаря этой сценической опере она вошла в храм своей мечты. С помощью инвестиций китайских предприятий построена сцена. На сцене камбоджийские актеры знакомят зрителей со всех уголков света с красотой культуры Камбоджи. Поистине говорят, учиться у других культуре способствовать совместному развитию. Слово «совместное» – ключевая составляющая инициативы «Один пояс, один путь», в рамках которой надо построить человеческое сообщество с единой судьбой по принципу совместных консультаций, совместного строительства и совместного использования. A une vision d'un monde multipolaire avec un équilibre entre les pôles. Donc, il n'est pas surprenant que les autorités chinoises cherchent un projet qui, d'une part, fédère, rassemble l'Asie et qui, d'autre part, ouvre l'Asie sur le monde. All those countries know that they have to be linked to other countries. And instead of linking them with some kind of ideology, you link them in a very practical way, way that they can appreciate it. За прошедшие 4 года результаты строительства «Одного пояса, одного пути» превзошли все ожидания. Уверенное продвижение строительства экономических коридоров, постепенное формирование единой транспортной системы, значительное увеличение инвестиций в торговлю, стабильная реализация важных проектов сотрудничества. Спланированное Си Цзиньпином большое региональное сотрудничество последовательно формируется. Один за другим появилось на свет большое количество проектов, таких как железные дороги Джакарта-Бандунг, Адис-Абеба-Джибути, Момбаса-Найроби, портовые проекты в греческом Пирее, Ханбантоне, Шри-Ланки, а также китайско-белорусский индустриальный парк, мост через реку Падма, Бангладеш и так далее. По состоянию на конец 2016-го китайские предприятия построили в 20 странах вдоль одного пояса одного пути 56 зон торгово-экономического сотрудничества. Инвестировали в итоге 18 миллиардов 550 миллионов долларов, обеспечили этим странам налоговое поступление свыше 1 миллиарда долларов и создали более 170 тысяч рабочих мест. I believe very soon I will see the train traveling and they use it in farming. 一带一路. Transmutation. 一带一路. 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 Мы
Майский Пекин встречает почетных гостей на форуме высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках стратегии «Один пояс, один путь». С самого образования КНР эта торжественная встреча стала самым крупномасштабным дипломатическим событием на высочайшем уровне в Китае. Форум стал очередной после 18-го съезда КПК успешной практикой дипломатии с китайской спецификой.牛奶和蜂蜜的地方，如今很多地方却成了冲突动荡和危机挑战的代名词。这种状况不能再持续下去，我们要将一带一路建成繁荣之路，发展是解决一切问题的总钥匙。 推进“一带一路”建设，要聚焦发展这个根本性问题。 На форуме Си Цзиньпин выступил с важной речью. Он подчеркнул, что необходимо превратить «Один пояс, один путь» в дорогу к миру, процветанию, открытости, инновациям и в дорогу, соединяющую разные цивилизации. When one looks at the Belt and Road Initiative, we see a very important contribution to this solidarity in addressing global problems with international cooperation, where China plays a very central role. The Belt and Road Initiative is, in my view, a very positive proposal by China. And it is positive from a growth perspective. We want to make the global market system work for everybody along the One Belt, One Road. I think that we can link these initiatives that we have in Croatia and in China, and that we can both profit. That I believe will be transformational, not just for Kenya, but also for our region. 在这次“一带一路”国际合作高峰论坛当中呢，能够来有29个国家的元首和政府首脑，以及国际主要国际组织的负责人。 还有其他140多个国家和地区的代表都来参与，这就说明我们这个共商共建共享的原则得到了广泛的认可。 Успешное проведение форума высокого уровня по международному сотрудничеству «Один пояс, один путь» – это наглядный пример взаимного согласования и содействия мечты Китая и мечты всего мира. Форум стал фокусом горячих обсуждений мировых СМИ и ученых. I believe the U.S. will have to join this effort and join the One Belt, One Road program, because there's a lot of benefit to be achieved by U.S. companies in this program. I think that China is trying to present an open platform where everybody that wants to participate can. This is a historic project, as you all know. It is probably the biggest global achievement, which is analogous to reaching out into space and to the moon and to other planets. 17 ноября 2016 года на 71-й сессии Генассамблеи ООН инициатива «Один пояс, один путь» впервые была включена в резолюцию, и это означает, что мировое сообщество широко поддерживает продвижение этой инициативы. 3 месяца спустя концепция человеческого сообщества с единой судьбой была внесена во многие соответствующие резолюции ООН. Путем открытости содействовать реформам и развитию. «Один пояс, один путь» – плод новой концепции практики Китая на пути осуществления многосторонней открытости внешнему миру. Начиная с 18-го Всекитайского съезда ЦК КПК, ядром которого является товарищ Си Цзиньпин, включил открытость в новую концепцию развития и непрерывно способствует выведению открытости внешнему миру на еще более высокий уровень. Открытый Китай приглашает другие страны разделить возможности для развития и непрерывно придает новую силу мировому развитию. На протяжении 4 лет строительство «Одного пояса, одного пути» от идеи перешло к реальным действиям, от видения перспектив перешло к реальности. Инициатива «Один пояс, один путь» стала воплощением дипломатии с китайской спецификой, а также важным общественным благом, которое Китай предоставил всему миру и завоевал широкое признание. Великое единение мира, Поднебесная, одна семья. Благодаря историческим накоплению и современным преимуществам, «Один пояс, один путь» несет на плечах осуществление великой мечты о строительстве сообщества с единой судьбой для человечества. Вбирает в себя энергию для мирного развития путем открытости и толерантности. Поднимает паруса взаимовыгодного сотрудничества, что непременно приблизит Китай и весь мир к еще более прекрасному и процветающему будущему.